Спонсор показа – ветеринарная клиника «Теремок ЗОО». Вайнера 45В. Телефон 646-003. Подходить к незнакомцам собака боится. Дрожащего пса в ошейнике нашли на улице Гагарина. В приюте предположили, возможно, пес сорвался с поводка. Он ухожен и воспитан. Собака находится здесь уже 5 дней. Найти хозяев пока не удалось. Он как бы работникам приюта дается, но он очень как бы с осторожностью сначала обнюхивает. Потом вот. Ну, видно, что пес домашний, потому что с ошейником. В ошейнике, к сожалению, адреса не написано, где чей. Хозяина ждет и этот взрослый пес. Как только его привезли в приют, он сразу же залез в собачью будку. Поэтому волонтеры посчитали, что, возможно, он цепной и охранял жилье. При этом собака очень дружелюбна к человеку. Он бегал на СТИ, играл с ребятками, с детьми. Ну, жители побоялись, что собака все-таки большая. Обычно уличные собаки, они немного диковатые все. Как бы это, кушать кушают с рук, ну. Этот видно, что пес добрый. А с этой активной и игривой собакой даже гулять нужно по-особому. Вести на поводке животное не получается, старается убежать. Но стоит взять на руки, отказывается слезать. Полугодовалого щенка нашли в поселке Белимбай. Волонтеры сейчас подыскивают ручной собаке нового хозяина. Хотелось бы, чтобы они поскорее попали в добрые руки, чтобы жили в домашних условиях, чтобы у них были добрые хозяева, заботливые. Потому что в приюте все-таки прикладываем все усилия, чтобы создать ему комфортные условия, но все-таки дома – это дома. В Первоуральском приюте есть и охранники, и охотники, и лизуны – собаки разных возрастов. Более 170 питомцев ждут своих хозяев.